Вот сюда она была перенесена, в это болотистое место. А если вы приезжали несколько лет назад, помните, здесь был забор, вообще не было видно. Да, да, да. А сейчас уже открытый пространство. Здесь играли в футбол, вот здесь вот прямо. То есть, смотрите, монастырь закрыли в 20-х годах, храм был приходской, Успенский собор был приходской до 36-го, потом храма не было. На весь район, на весь город не было храма. А в 44-м этот храм, а это храм Тихвинской иконы Божьей Матери, 18 века, видите, купол? А к нему пристроили вот эта притроечка ближе к нам, ее называют крылечко, часовня-крылечко. Это Леонтий Бенуа построил в 60-х годах 19-го столетия храм. Вот тот, который таким куполом своеобразным, это 18 век, барочный купол. Вот, это Тихвинская. Его открыли в 44-м, в войну. И он был до 89-го года единственный храм, действующий на весь этот район. И на город, и на район. Ну, пошлите дальше. Успенский собор. Первый промученик Федор Сурпина. Это конец 16, конец 17 века. Кажется, они же тоже недавно восстановили. Ну, между прочим, здесь немецкие захоронения есть. На территории монастыря.
Чикаго, там собор Святой Троицы Чикаго, Иллинойс. Это наш патриарх Тихон и Иоанн Кочуров. Помните, что это первый новомученик, которого убили в Царском селе, это после крестного хода. Вот здесь, причем совершенно убили, святые новомученики. Иллинойс, Чикаго, Иллинойс. А вот потом мы с вами едем к Антонию Дымскому. Вот такая совершенно замечательная икона. Мама да. Молится, да, на берегу Дымского озера. Да. Вот матери Дымской. Да, вот. Синяя. Икона, смотрите. А дикие были. Дикие были. Смотрите. Как испаняется, да? Ну, как вы, а поберите, вот по этой пяточке. Видите, в отличие от Смоленской, Тихонской, всегда вот эта пяточка повернута на зрителя. Да, ну что сказать, все-таки равно. Только по пяточке. Порой вот путаешь, а пяточку видишь все точно. Ну, это страдание Господа, да? Христос Пилата, Христос Каиафы, Анны. Я закалываю.